Не верится, да? Но опять весна. И опять время тянуть резину. Ну, то есть разговаривать в автомобильной резине. И, скажем честно, на рынке Магнитогорска удержалось не так уж и много людей, которые могут себе позволить сохранять конкурентоспособные цены, обеспечивать гарантию. Да-да, гарантия существует и на автомобильную резину. Вот, и сделать спецпредложение. И Автоград в лице трех подразделений, точнее четырех, Правда 59, Северный переход 28, Маржани 9 и, естественно, Советская 160, сохранил свои лидирующие позиции, что на сезон 2010 приготовлено. Давайте зайдем и посмотрим. Но я точно знаю, что предложение 4 колеса, 2 диска и 2 диска в подарок вам понравится. Почему Автоград плотно сидит на колесах? А потому что колеса — это колбаса автомобильная. Извините, но не только бензин рулит. Естественно, ориентируясь на автомобильный продукт питания и естественно, работая в атмосфере жесточайшей конкуренции, необходима подпитка через иглу телевизионную. Ну и разумный Автоград ее в полной мере получает. Мы хотим ездить безопасно и комфортно, и за этим мы едем в Автоград, а точнее в центр Вианор. Кстати, тот, кто думает, что можно, купив резину раз, забыть о необходимости менять ее до полного износа, уточним. Хороший камень, яма или рельса, и вы опять на рынок. А возможно, придется менять и диск. Диски, естественно, есть и здесь. А есть и подарки. До умения Автограда продавать вам хорошие товары надо еще дорасти. Вот. И Автоград сегодня заботится, кстати, о владельцах иномарок. Ну, кто-то, может быть, другой скажет, купите себе комплект резины, мы вам остальные диски в подарок подарим. А нет. Диски на Fiat Albea, на Renault Megane, на Opel Astra. Так, что тут у нас? Еще Renault Logan, Hyundai Accent, Toyota Avensis, Skoda Fabia. Да, такое возможно. При покупке 4 колес и 2 дисков. 2 диска вам подарят в подарок. И теперь надо полагать, что кто-то может сказать, что что-то где-то вот немножко заковырка есть. Да, есть немножко заковырка. Естественно, не все диски вы получите так вот в подарок. Надо обращать внимание, на дисках, участвующих в акции, стоит специальная желтенькая цена. Поэтому Автоград никого не обманывает. Есть возможность подарить диски, почему не подарить? Мне часто задают вопрос, а где найти резину подешевле? Естественный ответ – на рынке, хотя не факт. Естественный ответ на вопрос, где найти любую резину, так это центр Вианор. И вот гордость у меня за отечественное многострадальное пошла из глубины души. История возникновения Российской империи – это не история порабощения. Вы знаете, все концентрировалось вокруг Москвы благодаря экономическим принципам равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Кстати, Финляндия – это была территория Российской империи. А теперь Финляндия с гордостью представляет абсолютно новый завод, который построили они и как раз успели до кризиса. Ну вот. То есть сейчас вся суперрезина от Nokia изготавливается в России. И, соответственно, ну, что выбирать? То, что сделано у нас, естественно, это и дешевле. А что касается особенностей Финляндии и особенностей России. В принципе, то на то, и только вид сбоку. То же самое, дороги имеют, ну, эксплуатационная температура примерно одинаковые и состояние. То есть дождик, слякоть. Кстати, финны тоже любят на рыбалку покатиться и не всегда по асфальту. Вот, поэтому фирма Nokian представляет на рынке России как раз ту резину, которая лучше всего нам подходит. Есть, конечно, и другие варианты. Есть у Nokian, кстати, и ZR. Это для тех, кто любит очень быстро гонять. Но в основном достаточно демократичные цены на Хаку. И Автоград, являясь официальным дилером, точнее партнером фирмы Nokian, позволяет себе соблюсти вот эту хака-гарантию. Гарантия от случайного повреждения шины. Что такое гарантия от случайного повреждения шины? Сейчас все объясню. Если по беговой вы пробили колесо и дырочка до 6 мм, вам его отремонтируют бесплатно. Если дырка больших размеров, что случается крайне редко, то, естественно, вам просто поменяют колесо. Согласитесь, очень даже удобно. Тут надо еще и понимать, что гарантия – это только у дилера. Купили Nokian на рынке — до свидания гарантия. Хотя постоянные клиенты шинных центров Вианор, я, например, имею дивную скидку. Так что никуда ходить, собственно говоря, и не надо. Еще немножко про гарантию. Автоград предпочитает, кстати, колеса не ремонтировать.
а при повреждении просто их менять. Ну, действительно, зачем? Когда есть возможность, благодаря низким ценам, вам позволить ездить на новой резине. Кстати, тот, кто думает, что можно резину эксплуатировать долгое время на даже лысом комплекте, скажем, нет, нельзя так делать. Вы летите куда-нибудь на кусок водички, и все, и до свидания. И ваш автомобиль тоже скажет вам до свидания. Поэтому что? Кредит. Конечно, кредит сейчас очень болезненная процедура, и многие обожглись на этом. Но кредит от Автограда — это 0% и без переплаты. Но есть различные способы. И вот в данном конкретном случае, что покупать в кредит? Телефон сотовый или безопасность? Я думаю, надо выбор сделать на последнем. Безопасность – это ваша отличная летняя резина от Автограда, в данном случае Вианора, центра, который располагается на улице Северный Переход, 28.